Свыше 10 тысяч школьников посетят различные музеи и предприятия Московской области. Маршруты по истории, литературе, обществознанию, географии, биологии и физике подготовлены совместно с федеральным проектом по образовательному туризму «Живые уроки». В рамках экскурсии школьники в том числе посетят военно-патриотический парк «Патриот» и Государственный историко-литературный музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина. Безусловно, это интересная практика, это действительно живые знания, которые не почерпнешь, сидя за партой. Где можно глубже погрузиться в историю творчества Александра Сергеевича, как не в местах, где он жил и трудился, рассказал Андрей Иванов.